Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите прохождение игры Властелин колец Конквест. И сегодня, по всей видимости, мы будем штурмовать Минас Моргул. Вот это поворот. Но, учитывая, что КЧ уже нет, это не должно быть сложно. Так, выбираем лучника. Пойдем всех. Ух ты. Вот это поворот. Смотрите, воины! Некогда эта крепость была оплотом Гондора. Мы захватим Минас Моргул, но для этого нужно закрепиться на том берегу. Ладно. Реки. Сами его тащите, холопы. Я пойду убивать всех. Офигеть, он в одиночку его тащит. Ой. Я ж... не умирай. Нифига себе, зафутболил меня прям в космос. Я просто хотел полюбоваться тараном. Ой, так неудобно. Ладно. В любом случае, все, что я хотел... Что? Офигеть, я не заметил этого чувака. Ну ладно. Но орков, однако, мало. Блин, как же бесит то, что я не могу стрелять сквозь свои. Чужих. Познай мое кунг-фу. Блин, серьезно? Я думал, его подбросит. Еще лучники. Так, держать. Нам нужно добраться до того берега. У меня стул съезжает. Секунду. Это не дело. Правый гондорский лучник не может всех леголасить, если стул в неправильном положении. Стул, точнее. Нам не пережить еще одной потери. Серьезно? Мы так много потеряли? Я слился это всего два раза. На том берегу реки. Ну ладно. Прекрасно! Мы захватили дальний берег этой проклятой реки. Нам нужен таран, чтобы выбить врата Минас Моргула. Надо расчистить путь через мост. Скорее! Назгулы не дремлют. Назгулы. Назгулы не дремлют. Ты.
партизаны Мордора настроили баррикад. Что ж ты будешь делать? Да, действительно, потому что у армии Гондора... Нет, попрошу, у бравой армии Гондора всего лишь один таран. Ничего себе там... Это магические стрелы, ребят. Магия. Да не рискуешь ты ничем, заткнись. То чувство, когда ты баррикаду с помощью стрел уничтожил. Ах, это сладкое чувство победы. Как же он задолбал. Подготовьтесь к прибытию тарана. Вот он! Как мне готовиться-то, а? Я готов. Ух ты, баллиста есть. Стой. Погоди. Вот так вот. Теперь ты. Ну что, где теперь твоя магия, тупица? Класс. Один чувак. Один. В одиночку. Заомнил врата минус Моргул. О, герой. Агроном. Давай. Агроном. Стоп. Смотрите. Стоп. А это не та кнопка, что ли? Какой кнопкой псевдомертвых призывать можно? Я забыл уже. Вот. Что ж ты будешь делать-то? Не убивайте агронома. Нет, я еще не наигрался. Нет. Падла! Ну ты и говно! Кем бы ты ни был, кто меня убил? Нас все меньше! Да черт возьми! Эта музыка прям в тему сейчас! Что это такое? Алло! Что происходит? Почему я начал всирать внезапно? Я только получил доступ к агрономчику. Ай! Глупый щит. Магический. Ой, я говорю. Не осталось людей. Черт. Ладно, давай. Нет, не давай. Пришло время для магии. Нужно закрепиться в крепости. Бракованный маг. Во двор! Нужно закрепиться в крепости! Как это так произошло?
все замечательно. Я не могу понять, а, вот где. Прекрасно! Мы захватили внутренний двор! Мы уже в крепости! В этой мрачной тюрьме томятся пленники-гондорцы! Ух ты! Мы должны попасть в тюремное крыло! Наверху есть рычаг, который откроет ворота! Вот это сейчас было прискорбно. Но у нас есть кое-кто. У нас не хватит сил. Там, так, где? Вот, пойдем. Хватит у нас сил, хватит. Найдите рычаг, который открывает эти ворота. Бедный Надо вот. Попасть внутрь во что бы то ни стало. Зараза. Отлично! Ворота темницы открыты! Скоро пленники будут на свободе! Вперед! Теперь мы должны ворваться в темницу Минос Моргула и освободить пленных гондорцев. Как же хочется ворваться в городок. Что я сам дайвен? Эх, какая же печальная плюха. Да снова, как вы меня видите, гады? Черт возьми. Споткнулся, упал. Очнулся, гипс. Скорее! Мы должны освободить пленных гондорцев. Я бегу, бегу. Что поделаешь, если они все такие меткие, смотри. Инвиз, инвиз. Не видно, меня не видно. Не, ну у меня инвиз закончился. Тихо, 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 да не опрокидывайте меня. Ай, просто нон-стопом, зараз, беги, 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 беги. Инвиз. Что происходит? А, не понял я. Погоди, а как их освободить? Темницу! Ломайте двери камер. Двери, говоришь, ломайте. Минуснули меня, гады. Лишь бы не проиграть от этого. Нет, все-таки что-то мне подсказывает, что я неправильно поступаю. Нужно, наверное, сначала с войсками пробиться. Не дайте врагам перекрыть выход. Тихо. Мы должны спасти пленных воинов. Может, я не прав. Ай, снова. Тихо, не убивайте. Еще одна потеря, и нам конец. Ну ладно. В таком случае. Не хочется заново проходить все-таки. Ну и, ну, отойди. Скорее! Мы должны освободить пленных гондорцев! Нет, раз уж еще одна потеря, то не скорее. Пишить нельзя, когда у тебя такое важное задание. Серьезно, бро, хватит.
блин, не дает к себе подойти. Наш еще суд по полной. Отлично. Упал. Ломайте двери камер. Да я б сломал. О нет, 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 сейчас меня сломают. Вот это было печально. Берем мага. Блин, вот это было реально печально. Смотрите, воины! Некогда эта крепость была флотом Гондора! Мы захватим Минас Моргул! Тихо, тихо. Главное все делать шустро. Теперь мы знаем, как миссию проходить. Нам нужно добраться до того берега. Прекрасно! Мы захватили дальний берег этой проклятой реки. Нам нужен таран, чтобы выбить врата Минас Моргула. Дальний берег? Что? Какой дальний берег? О чем ты, бро? Ладно вам на лор насрать, так вы совсем что ли идиоты? Мы же на мосту, какой берег-то? Мы все время были на мосту, это мост. Нет слов. Ну ладно. Чтоб он что поглотил прям в полете моего обилка. Эть! Снова поглотил, зараза. Давай, вот так вот. Какой-то бравый лучник у нас побежал прямо в путы. Ну и бравый маг тогда сделает то же самое. Зигзаги. Ой, нет, зигзаги не спасли. Теперь обратно. Замечательно. Да захватили, что такое? Тащись! Что происходит? Мы же все сделали. О, наконец-то тащили. Какой толк от этого? Я ничего не делаю. Абсолютно. Вообще, ничего. Вот они. Ну. Видимо, моя моральная поддержка помогла этому парню. Мы разрушили врата Минас Моргула. Нам нужно закрепиться здесь. Да, хотим играть за героя, разумеется.
Мало того, мы не хотим его просрать, как в прошлый раз. Блин, не видно ничего. Тролль. Бро, нет. Да что ж со мной такое? Каждый раз одно и то же. Дай мне встать. Читер. Вот, держи. Ваншот. Это тебе за все. За предыдущие смерти. За все унижения, которые я вытерпел. Во двор! Нужно закрепиться в крепости! А где? Тихо. Не убивать меня. Хилочки-то где? Я же вас всех убил. Хилочки. Но он упал. Хорошо. Во двор! Нужно закрепиться в крепости! Это была моя ошибка, кстати. Я практически захватил уже эту точку. Не надо было выходить из нее. Он дал мне пинок! Чертов подсрачник! Ваншотнул Арагорна. Подсрачник! Ладно, ну заходите вы уже, а? Сил уже нет. Пацаны. Прекрасно. Мы захватили внутренний двор. Мы уже в крепости. Замечательно. Давай. В этой мрачной тюрьме томятся пленники гондорцы. Мы должны попасть в тюремное крыло. Наверху есть рычаг, который откроет ворота. Идеально. Теперь пошли. Отлично! Их освобождать. Ворота темницы открыты. Скоро пленники будут на свободе. Ну ты меня не видишь, верно? Вперед! Теперь мы должны ворваться в темницу Минас Моргула и освободить пленных гондорцев.
Дайте врагам перекрыть выход! Мы должны спасти пленных воинов! Вот это было неожиданно. Вот это, мать его, ладно, сюрприз. Хорошо. Я попытаюсь пройти на пролом. Ладно. Ух ты ж! Хилочку давай! Откуда вы беретесь там? Нет, не может быть. Он зря, я подходил в ближний бой. Ладно, хватит. Я надеюсь, что я смогу теперь сделать это. Большинство орков были убиты. Хотя подкрепление подходит, но надежда есть надежда. Главное вырезать вот этих всех. Да. Видно меня, что ли? Да чтоб вас... Ненавижу! Видимость. Снова попали! Скорее! Мы должны освободить пленных гондорцев! Нет, 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 нет! Ах, ты ж говно. Рискованно. Давайте последний раз. У меня должно быть больше жизни. В этот раз я мало умирал. Тоже даже подбежал. Темницу! Ломайте двери камер! Ай! Ой-ой-ой! Дела плохи. Спасите меня. Тут остались еще две камеры. Какой-то крутой мужик. Страж, типа. С башни. Отступать, люди Запада. Не дайте врагам перекрыть выход. Мы должны спасти пленных воинов. Не могу ничего сделать, пока он бьет. Просто-напросто. Станлок. Ну ладно, в этот раз жизней хватает. Слегка. Осталось захватить одну камеру. Замечательно.
теперь источники магии. Позволило нам ворваться в темницу и освободить наших братьев. Такой вопрос, что за источники магии? Башню Минас Моргула защищает черная магия. Мы должны уничтожить ее источник. Ты там нас гук. Как вы меня? Гады, запалили. Вперед, воины Гондора! Мы Нет. должны покончить! У этих тоже топорики. Короля-чародея. Сзади. Нет, стоп, не то. Это придется нахрапом проходить. Иначе я все жизни потрачу. Сражайтесь! Мы должны очистить башню от злых чар! О, что за хрень? Вернулся говнюк. Какая же мерзкая срань. Испугается. Тихо. Кто испугается Назгула с топориком, блин? О, нет. Я снова ваншотнулся. Ой. Что я несу? Я уже устал от этой миссии. Я несу какую-то дичь. Да что снова? Сражайтесь! Мы должны очистить башню от злых чар. Умри, нет? Умри, пожалуйста. Спасибо. Ценю. Нет, бро, пожалуйста, нет. Вперед, воины Гондора! Мы должны покончить еще с один. Волшебством короля-чародея! Так он сдох уже! Давай! Отлично! Дети Гондора. Да. Зараза. 5 хп. Не поддавайтесь страху. Вот, мы должны сокрушить темные чары, хранящие башню. Пойдем на эту.
должны покончить с волшебством короля-чародея! Отлично. На, я пропустил одну. Сражайтесь! Мы должны очистить башню от злых чар. Могу бить этой штукой. Еще? Да сколько вас? Погоди. Не поддавайтесь страху! Мы должны сокрушить темные чары, хранящие башню! Давай, давай, давай! Идем дальше. Метки, мы должны зараза. Очистить башню от злых чар. Сокрушить темные чары, хранящие башню. Постой. Меня не трогай, пожалуйста, бро. Так, дальше. Вы сражались отважно, воины Гондора. Все три источника черной это магии все? Уничтожены. Колдовская сила покинула Минас Моргул. Черт, вот это было утомительно, если честно. Победа? Победа. Всем спасибо за внимание, ребят. До встречи.